Добрый день, дамы и господа. Мы приглашаем вас в «Газпром» Академия футбольного клуба «Зенит». Стадион «Смена», номер 95. В поле Сергей Антонович, 83-й. Дмитрий Иванов, 85-й. Данил Капустянский. Встреча. Всегда интересно, как команды будут входить в игру. Навес в штрафную. Вот! И вступает уже Андрей Ходанович. Остался он на линии, никуда не стал дергаться. И намертво взял этот мяч. Главляет команды Академии различных возрастов. Они тоже здесь. Вот удар! Это опасно было. Алексей Барановский. Головой Андрей Ходанович. Капитан Оренбурга в прыжке. Ну вот в центре поля выиграна борьба. Сходу атака Данила Козлов. Игорь Козлов теперь. 49-й номер. Удар! Ой-ой-ой! Какая ошибка Андрея Ходановича. Вот так вот решился на удар в не самой очевидной ситуации. Игорь Козлов. И забил гол. О, какое празднование. Зато можем мы посмотреть. Тут какой-то подготовленный совместный танец. От досады ударил рукой по газону Ходанович, потому что понимал, что не помог своей команде в этом эпизоде. Ну, обычно, в общем, можно сказать, рядовая атака «Зенита», да? Ну, Козлову дали пробить, вот так мяч вдруг отскочил от газона, да? Сейчас вынужден под давлением действовать. Смотрите, как прессингует. И этот прессинг приносит свой результат. Хороший эпизод. Отмечаем здесь работу Алексея Барановского в первую очередь мы. Он и так из-за спины выскочил у вратаря. Посмотрите, там неаккуратная передача еще пошла на него. Барановский в итоге заставил ошибиться Андрея Ходановича. И результат главляет как раз-таки одну из команд юношеской футбольной лиги «Зенитовской». Ох, еще раз, какой полет, да, Андрей Ходанович нам продемонстрировал, но не достал он этот мяч. И «Зенит» угловой зарабатывает для себя. Это Ронни Михайловский был в центре внимания, а учится, потому что как по учебнику, да, пока преимущество одной команды воплотилось в забитый гол. Она все время владеет мячом. Михайловский бьет и не сумел среагировать на этот удар Андрей Ходанович. 2-0, я сказал, как по учебнику. Вот как по учебнику перед перерывом «Зенит» и забил второй мяч. 41-я минута. Ронни Михайловский. Еще один успех команды из Санкт-Петербурга. И опять дают без сопротивления бить на сей раз не из-за штрафной, а из самой штрафной Михайловского. Минут этой встречи. Ну что же, вот на этой атакующей для петербуржцев ноте завершается в целом удачно для «Зенита» первый тайм. Дает возможность еще и игрокам отдохнуть. Этот игрок. Посмотрим, поможет ли это. Вот еще один шанс у «Зенита». И опять в опорной зоне проваливается Оренбург. Штангу попадает. Игрок «Зенита». Хороший момент. Кузан. Навес штрафную. Продолжается эта атака «Зенита». Будет ли удар? Много времени петербуржцы штрафной. Соперника проводит. И Даниил Столяров в результате так проткнул мяч в направлении Андрея Ходановича. Которые помогают готовиться к репортажам такими биографическими справками. Ох, сейчас Андрей Ходанович пробил. Вступил в игру, точнее, отбив мяч. Все-таки поворотом соперника нет. Так ни одного удара в створ Оренбурга за 94 минуты и не нанес. Ну что же, поздравляем «Зенит» с победой.